Доброе всем. Решила наложить звук, потому что в тот день мне совершенно не хотелось разговаривать. Была дурацкая погода, дурацкое настроение, поэтому говорить совсем не хотелось. День как день. Уборка, готовка. Поэтому ошибку-то снимать особо и нечего было. Поэтому вот как-то так. Решил испечь шарлотку. Но даже шарлотка, видно, почувствовала, что настроение у меня дурнейшее. Решила не подняться. Но как бы там ни было, получилось она вкусная и с пригарочкой, как говорит мой старший сын. Но как бы там ни было, получилось все равно вкусно. Скажи. Доброе. Доброе утро, скажи. Утро. Себя показывать не буду. У меня сегодня недоброе утро. Может, утро и доброе, а я недоброе, да? Мама сегодня какая, добрая или не очень? Да, добрая. Добрая, скажи, мама всегда. Мы уже с Володей шарлотку отправили в духовку, кучу дел переделали и решили наконец-то сделать облепиховый чай. На выходных с Ромкой купили облепиху. Давай сейчас отдам ложечку. Сейчас забацает облепиховый чай. Хочу повторить что-то типа Транссибирский магистраль. Туда облепиху, лимон, молодец, помощник мой, мед, имбирь и все заваривать. А, кстати, еще зеленый чай надо добавить. А у меня зеленый чай. Это у меня вот только такой вот Ричард. Накладывай, Володь, облепиху, всю размалю. Будет у нас такая крепкая, не столько чай, сколько как будто бы заварка. Я потом буду наливать стаканчик. И добавлять горячей воды пить. Не знаю, что получится. У меня вот такой Ричард с мелиссой зеленой. Так что с персиком хочется витаминчиков каких-то. Ягод, Володя,
целенький положил. А часть ягод я раздавила. Теперь надо это отправить в чайник. Здесь персик у нас. Лимончик и имбирек добавить, да? Угу. Давай, чтобы чай был вкусный. Кстати, папа нас угостил медом. У меня папа пчеловод. Ну и почти один из самых лучших медов он нам дал. Сорт. Или как это правильно называется? Донниковый. Он такой, видите, как топленое масло. Крупиночки мелкие. Так, наверное, здесь все-таки что-то еще есть, какое-то разнотравие, потому что доник-то у нас практически уже не сажают. Ну вот, деду, моему папе удалось его пчелкам бородатым собрать вот такой вкуснючий медочек. Я, наверное, чуть-чуть положу сюда, а потом уже буду добавлять. Вот давай, заварку ложи, а потом уже прям в чашку буду добавлять. Чтоб супер-пуперский чай у нас получился, да? Такой вот. Пили мы с Володей горячей, но не кипяченой воды. Запах. Ну-ка понюхай, как пахнет. Вкусно. Вкусно пахнет. Кисленьким и облепихой, да? Так, я решила мед не добавлять. Не помню, при скольких градусах. Что-то там все полезное уходит. Поэтому заварила, пускай настаивается. Кстати, на моих новых прихваточках. Это я для успокоения души, совести купила себе в Магнит. Ой, Магнит. Гипермаркет Магнит. Так, будем ждать, когда он настоится у нас. Потом налью себе стаканчик. Может, Володя даже зайдет, да? И с медиком. Сейчас все начали болеть. Так что в самый раз. Кстати, вот для таких целей, наверное, надо иметь какой-нибудь литровый, вот такой же красивый самовар. Ой, самовар. Чайник, чтобы прямо из чайничка в стакан наливать, добавлять медик и пить. Так, ну все, ждем, что у меня получится. Пока мой чаечек заваривается. А, шарлотка жарится. Замариновать курочку на ужин. Пускай постоит. Помаринуется. Как раз в это время шарлотка испечется. Потом курицу отправлю в духовку. Что-то настроение, честно говоря, не айс. И погодка какая-то не волшебная, и мысли какие-то дурные. Со школы. Смотрите, что здесь творится у нас. Вчера в аптеке купила вот такую пастилу. Володь, и вот такой гематоген. Ради пробы. И Саша у нас строго по миллиметражу делит. Да? Ну что, ты пастилу попробовал? Угу. Вкусная? Угу. Правда вкусная? Угу. Володе понравится? Нет, не понравится? Володь! Володь, иди попробуй. Что ты опять футболку грызешь? Нет. Вот каждый раз одна и та же история. Ходит, грызет футболку. А это фу. Это фу? Это вот гематогенка. Бери, это желейка, бери. Желейка. Что, вкусно, вкусно? Да, да. Мокрая футболка. Кстати, Володе очень зашел мой чаечек. Он его пьет и бодрится, да? Очень вкусный. Так, я на работу собираюсь крашусь. На работу с собой возьму вот этот вот крем. Вчера купила вместе с гематогеном и с пастилой в аптеке. Вот такой вот крем выбирала. У меня руки стали. Кстати, я заметила еще летом, в начале лета. У меня вот, видите, на руках появились такие вот как будто бы возрастные пятна. Вот чуть-чуть их видно, такие как будто. И кожа очень сильно вот на этой части ладони стала сохнуть. Ну, я думаю, мелочи, там солнце, мало ли что это. А это делала... Мокрая, как я уже сказала, собираюсь на работу. Почти окрашенная. В общем, заметила, что у меня особенно на правой руке стала кожа какая-то странная, прям сухая такая. Ну, думаю, мелочи пройдет.
так время от времени смазывала кремом. А это, знаете, когда еще хуже стало болеть, ну как болеть, беспокоить стала кожа. Когда я белое вино ставила, и вот этой правой рукой все время размешивала вот эту вот мезгу. Она у меня начала щипать. Ну, думаю, щипать и чесаться. Именно правая рука. Вот именно вот эта вот часть, которая тыльная. Ну, думаю, мало ли это вдруг, ну, на виноград аллергия такая. А на прошлых выходных я работала-то в перчатках, разбирала Изабеллу. Ну, а потом начала давить ягоды. У меня перчатки немножко побольше, чем размером, чем моя рука. Перчатки начали сползать. Я сняла перчатки, прям без перчаток разминала виноградные ягоды. А Изабеллу плюс вот этот наш красный виноград. И знаете, как у меня начало руки прям гореть. Вот эта вот тыльная сторона ладони, особенно правой руки. И понемножечку начала у левой руки гореть кожа. Ну, в общем, как-то я это все дело закруглила, отдала Ромке. У него тоже руки начало щипать. Но он как бы мужчина, все стерпел. И вот уже сколько? Неделя. И у меня жутко чешется тыльная сторона ладони, особенно у правой руки. Даже ночью я просыпаюсь от того, что у меня зудит кожа. Прям, знаете, просто такой зудит, аж ломит. Я, конечно, загуглила, начитала там всяких страстей, мордастей. Там от аллергии до рака. Вот. И вчера в аптеке купила себе вот этот вот крем с пантенолом. И, знаете, вчера вот с обеда я начала им мазать. Ну, как помою руки, сразу же им смазываю. Кожа реально стала мягче. И тьфу-тьфу-тьфу, сегодня ночью она меньше чесалась. Ой, ну, в общем, не одно, так второе. Так, ладненько, буду продолжать собираться на работу. Время уже 3 часа, мне в 3 часа надо быть на работе. Так что вперед из песни. Ну, все, я уже в машине. Готова ехать на работу. Честно говоря, настроение говнистое. Иначе не скажешь. То ли это погода так сказывается. Сегодня вот что-то прям все такое облачное, все затянуло. То ли просто какой-то настрой такой. И видно, вся техника чувствует, что я сегодня в дурном расположении духа. У меня почему-то сегодня щиток выбил в ванной комнате. Запустила стирку, все нормально, все стирала, все, я ушла. Прихожу, машинка как будто стирала, не может быть такого. Глянула на щиток, а его выбило. Пытаюсь включить, его выбивает. Вытащила розетку, вилку стиральной машины из розетки. Рубильник включился. Не знаю, что за хрен. Вообще, мне надо в ближайшее время заехать поездить по магазинам техники, присмотреть. Вообще прицениться к монитору. У Саши скоро день рождения, у нас компьютер как бы есть, а монитор сгорел. И вот он грезит, что ему нужен монитор. Я говорю: Саша, я тебе такой маленький монитор куплю, ты не возражаешь? Ну ладно. Вот. Потом что-то еще мне надо было сделать. Но я... в Альберисе у меня там какие вещи лежат, надо заехать, посмотреть, что заберу, что не заберу. Ну, в общем, настроение говнистое, поэтому никуда не поеду. Прямо ходом на работу, максимум возьму водички и жвачку. Я наелась, как же ее называют, салака, рыба горячего копчения или холодного копчения. Немножко так свое это настроение, чтобы немножко получше стало. Но так как работаю с детьми и с другими людьми, надо пойти что-нибудь себе прикупить такое. Так, ну, в общем, еду в город. Не знаю, что буду, что не буду снимать. Наверное, продолжу влог уже завтра. Может быть, настроение будет получше. Кстати, вчера и сегодня по там каким-то там таблицам я смотрела магнитные бури. Вообще, как бы на магнитной буре, мне кажется, я как-то не срабатываю. А вот на погоду, особенно когда облачно, я заметила это по, когда мы ехали по серпантину, то есть высоко в горах. И была сильная облачность, буря, практически дождь, прям облака нависали. И я заметила, что в горах меня просто выключило, я просто уснула. Когда мы спустились вниз, облачность рассеялась, все, я как нормально хожу. И вот заметила в последнее время, стала замечать, что как только облачно, все, у меня все из рук сыпется, мне все не нравится, у меня дурное настроение. Ну, в общем, получается, что я метеозависимая. Но как бы я раньше это подозревала, но вот сейчас это прям вообще... Так, ладно, хватит время тратить. Поехали.
Mm-hmm.